Легкую атлетику неспроста называют королевой спорта. Самый массовый вид объединяет в себе бег, ходьбу, прыжки в длину и высоту, метание снарядов. На манеже СК «Юниор» собрались лучшие спортсмены из числа школьников, студентов и сотрудников городских предприятий. В рамках зимнего городского чемпионата по легкой атлетике участникам предстояло пробежать дистанции в 30, 300 и 1000 метров. Уровень, конечно, растет из года в год, и мы видим только лучшие результаты. Ну, конечно, радуемся, потому что дети, маленький детский возраст, они постоянно выезжают на соревнования. У нас выездных соревнований в году Федерации легкой атлетики 6 соревнований выездных и 5 городских. Кирилл Миханошин занимается легкой атлетикой под крылом Марины Мачкаевой. Юноша регулярно тренируется, показывает высокие результаты на соревнованиях разных уровней. На городском первенстве спортсмен пробежал дистанции в 300 и 1000 метров. Соревнования для меня как показатель того, что я заработал между концом сезона и сегодняшним днем. Достойных атлетов много. Есть те, у кого видна перспектива. Маленькие дети, которые бегают очень хорошо, смотрю на них. И видно, что за ними будущие атлетики. На километровой дистанции среди мужчин лучшим стал сотрудник РФИАЦ-ВНЕФ Евгений Интяпин. Среди женщин – студентка САРФТИ Варвара Афонина. Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».